Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях и успехах. Полвека остались за спиной Краснолужского дошкольного учреждения номер 11. Сотрудники вспоминают, что за этот период было пройдено немало трудных дорог, но положительных моментов случалось все же чаще. 50 лет. Сколько всего произошло. Наш детский сад за эти годы получил много грамот, призов, наград. Коллективу Краснолужского детского сада «Ромашка» со словами благодарности и признательности обратилась временно исполняющая обязанности главы администрации Алла Викторовна Васкевич. Хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы каждый день работаете, отдаете себя, потому что это очень важная работа. Вы выпускаете в социум этих маленьких детей и подталкиваете их к первому шагу во взрослую жизнь. Поэтому от вас зависит очень многое. Поэтому вам большие слова благодарности. Вашим семьям я хочу пожелать, чтобы в ваших семьях было тепло, уютно, конечно же, мира над головой. В преддверии новогодних праздников хочу вам пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались. Также почетных юбиляров пришли поздравить родители, выпускники прошлых лет, ветераны педагогического труда, коллеги и друзья. И подарок, такой небольшой подарок для сада. 50 лет для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних воспитателей это незабываемое событие. Оно дарит теплые воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Педагогический коллектив исполнил песню, посвященную дружной команде коллег. Сегодня мы командой нашей дружной встречаем здесь знакомых и друзей. Много будней трудных. Сегодня у ромашки юбилей. И сзади учительщик вари, и детям праздники дари. Не унывать, а удивлять, всех помнить, никого не забывать. Кадры решают все. На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся 11 воспитателей, 6 нянечек, педагог-психолог, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель. Ромашка гордится своими сотрудниками, ведь каждый из них не только специалист с опытом работы, но и человек, считающий свою профессию призванием. И выражает благодарность Вавченко Ирине Ильиничне, воспитателю ДУУ номер 11 за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие дошкольного образования города Красный Луч и в честь 50-летнего юбилея нашего учреждения. Пожалуйста, благодарность пасечник Александре Борисовне, воспитателю ДУУ номер 11 «Ромашка» за многолетний добросовестный труд. Весомый личный вклад в развитие дошкольного образования города Красный Луч в честь 50-летнего юбилея образовательного учреждения. Не секрет, что в «Ромашке» воспитатели стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. А малыши в ответ дарят любимым старшим наставникам улыбки и радуют их своими достижениями. 50 лет растут и развиваются в нашем детском саду маленькие дети, а их выросло в нашем детском саду за 50 лет около 1500. В детском саду «Ромашка» их учили рисовать, дружить, читать, писать, относиться к жизни очень хорошо и многому-многому другому. Растю в тепле и ласке, как цветочки поясни. Каждый день встречаешь сказки, трубы, трубите, горны пойте, пойте славу, играйте флейты, музыку небес. Любимый детский сад, твой юбилей по праву, достоин, чтоб его воспел оркестр. Невозможно представить день рождения без именинного лакомства. В заключении торжественного вечера приглашенных гостей сотрудники детского сада «Ромашка» угощали чаем с юбилейным тортом.